В зале городской администрации состоялось торжественное собрание актива города, приуроченное празднованию Дню России. Собрание, которое началось с прослушивания государственного гимна страны, участие приняли глава города Зайнуддин Акмазов, первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов, заместитель председателя собрания депутатов городского округа город Хасавюрт Мирза Магомедов, а также служащие муниципалитета, ведомств и организаций. С поздравительной речью для всех присутствующих выступил Бадыр Ахмедов. В Хасавюрте живут и работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий, убеждений. И все мы с гордостью говорим, мы россияне. В этот день мы все чествуем нашу родину, страну с уникальной историей и богатейшим культурным и духовным наследием. От всей души желаю всем нам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успеха. В городе 12 июня пройдет ряд крупных акций, посвященных знаменательной дате. Это культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Глава города Зайнуддин Акмазов отметил, что представительная делегация от Хасавюрта примет участие в республиканских акциях в столице республики. Данная дата – это главный праздник государства, с момента которого и начался отсчет новейшей истории Российской Федерации. От лица городской молодежи выступила представительница профессионального педагогического колледжа Зария Таджиева. От имени всей студенческой молодежи города хочется поздравить вас с этим праздником, пожелать всем, чтобы вы гордились тем, что вы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия и экономические кризисы не касаются нас. Процветания вам, благополучия и новых свершений на благо Родины. Далее в рабочем порядке в честь праздника почетными грамотами городской администрации были отмечены представители городских организаций и ведомств, а также руководители и специалисты муниципальных учреждений. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».